Итак, что вы думаете по решению суда, который вышел сегодня? Ну, как обычно, как и мы ожидали, сегодня суд не оправдал наши ожидания, не оправдал закон, не оправдал Конституцию Кыргызской Республики. И Конституцию, которую именно президент сам переписал, и его же свои же правила и президент, и администрация, и суды не исполняют в сегодняшний день. К сожалению, это уже показывает то, что в Кыргызстане чистых выборов не будет, потому что нету справедливого суда. И когда нету справедливого суда, и президенты, и все государство говорит одно, а делает другое.